Здравствуйте, коллеги. Рядом со мной Наталья Умарова, портал retail.ru. Наталья, расскажите о выставке, о ваших впечатлениях. Ну что, завершается мероприятие. Очень много разговоров. Я на самом деле рада, что я с голосом. Потому что сегодня мы провели 3 сессии в зале компании, очень разные темы подняли. И, наверное, если подводить итоги сегодняшнего дня и вообще двухдневного вот этого мероприятия, однозначно мы очень рады к тому количеству людей, которые выделили свое время и пришли посмотреть и послушать ту программу, которую подготовили организаторы. Отдельно скажу сейчас спасибо вам, как съемочной группе и команде, которая за 2 дня записала около 60 видеороликов здесь, на пресс-центре Retail Tech. И сразу предвосхищу, где это все забрать. Забирайте на YouTube, на сайте в retail.ru в разделе видео. И также, если вы заглянете на события и увидите Retail Tech, там, соответственно, эти видео также будут прикреплены. Пользуйтесь их для того, чтобы рассказать о том, что вы здесь были, поделиться этой информацией. И вот так создается цифровой след у мероприятия именно вот такими вот мелкими работами, мелкими шажками. Вот. И я очень рада, что мы в очередной раз с Мегаполис Медиа посотрудничали и таким образом получили такое количество видео и контента. Спикеров было неимоверное количество, и самое главное, поднимались абсолютно разные темы. В этом и прелесть нашего пресс-центра – освещать людей, освещать проблемы, освещать какие-то новые веяния и тренды. И хочется нам сказать спасибо, то, что мы сегодня здесь, потому что темы неимоверно интересны, и повестка дня постоянно менялась, и это было неимоверно интересно. И я надеюсь, что выставка будет и в следующем году, и мы также вместе поработаем вместе с вами на этой выставке. По крайней мере, я со своей стороны приложу все усилия по этому поводу, а действительно то, что повестка огромная, 250 спикеров. Конечно, у нас основной, кстати, вопрос был вот здесь. А будет ли запись? И, в принципе, мы старались здесь, ну, по крайней мере, такая брифовка была, и я вижу, что таким образом и отвечали многие спикеры, чтобы чуть-чуть выжимки из своих выступлений, они имели возможность хотя бы чуть-чуть обозначить, о чем они рассказали, какие моменты они сказали. Более длинные ролики у нас тоже готовы, они вот в ближайшее время уже появятся на сайте retail.ru, там уже развернуто интервью, вчера выступила просто зажигательная Мария Дэй, сегодня у нас Сергей Иванов дал комментарий из компании «Эвка», и это все тоже дает возможность поделиться и посмотреть ту информацию, поделиться в итоге вот той энергией, которая была на мероприятии. Ну, соответственно, очень надеюсь, что в дальнейшем мы будем также продолжать работать. Спасибо вам огромное и надеюсь, до встречи в следующем году. Да, спасибо.